Всем привет! С вами снова Паша. Сегодня у нас анбоксинг. Значит, пришла посылочка из магазина AliExpress. Вот здесь у нас мягенькая такая посылочка. Сроки где-то, они все одинаково шли, где-то месяц, может чуть-чуть побольше. Вот такая вот фигнюшка. Ой, слушайте, еще что-то есть. Первый раз бумажка какая-то кидается. 10%, не знаю что. Ладно, не важно. Значит, что это у нас такое? А это у нас не что иное, как труба, так называемая. То есть, вот она идет. Оп, видели? То есть. Значит, что она собой представляет? Это шапка. Сейчас я попробую ее примерить и сразу покажу, что это такое. Вот здесь вот, сейчас наведу, сейчас вот так вот сделаю, чтобы было хорошо видно. Так. Вот, я думаю, будет хорошо видно. Сейчас направим. Вот как ее можно использовать, вот эту трубу. Значит, можно ее... Сейчас сфокусируется. Ну, давай. Фокусируйся. Не хочет, а? То, что ты не хочешь фокусироваться. Короче, я сделаю сейчас снимок. Вот сейчас вот хорошо видно. Значит, ее можно использовать как шарф, как повязку на глаза, как в эту на запястье фигню, как бандану. Ну, короче, что я буду объяснять? Вот так вот она и это делается. У меня одна есть уже такая, но она более теплая. Это вещь более тоненькая, то есть, если вот так вот ее взять сейчас, опа, если вот так вот ее взять, то есть вот она, видите, вся просвечивается, она эластичная. Ну, сейчас попробую ее примерить. Пока рассказываю, значит, ну, по цене смотрите внутри, под видео. Ух ты, блин, она такая маленькая. Так на мой чердак даже толком не налазит. Да, на мою головешку не налазит. Значит, надо будет ее использовать просто как шарфик, либо что мы берем? Мы берем вот здесь вот, завязываем узел. И потом ее выворачиваем. И одеваем. То есть, ну вот, вот она шапочка. Ладно, буду использовать. Ну, честно говоря, что-то я ожидал, что она будет подлиннее. Ну, вот она коротенькая. То есть так, ну вот размер руки. Вот это все. Все остальное читайте под видео. То есть, сколько стоит, где покупать. Ну, честно говоря, такая бесполезная вещица. Там доллар с чем-то она стоила. Ну, в общем, вот и все.